Всем привет! Я Анна из Беларуси, которая находится под ВСИ-террором. Решила показать свое лицо. Не стесняюсь, потому что... И не боюсь, потому что вот такие вещи нужно рассказывать, чтобы люди думали, задумывали, что они делают с людьми, которые вообще ни в чем не повинны и даже не знают их вообще. Я вообще считаю, что вмешиваться в чужую жизнь — это преступление очень большое. Вот. Сейчас начну снимать немножко по-другому. Ветер в лицо. И удобно больше держать телефон в руках немножко по-другому. Вот. Хочу сегодня рассказать про радиосон. Радиосон — это такое состояние, которое... Когда человек спит, его тело сковывается, и при пробуждении очень тяжело, как вам сказать, двигать телом. Вообще такое ощущение, что очень сильно разбит, как будто бы ты не спал. Вот это вот называется радиосон. И я заметила, что им, вот этим людям, которые вас стезают, нужно, чтобы вы легли прямо. Тогда вас легче в этом состоянии контролировать. Я раньше в закрытой фазе это ощущала. Кстати, вот посмотрите, какой памятник. Мне так нравится сюда приходить. Это вот люди положили свои жизни, да, при Великой Отечественной войне. Только они тогда еще не знали, что какая война будет на самом деле длиться после, вот, когда это закончилась война. Это, представляете, что вот творится? Получается, действительно какая-то третья мировая. Тихая, можно так сказать, скрытая. Так вот, про радиосон. Когда я была в закрытой фазе, у меня такое состояние было, но я думала, что я так устала очень сильно, или, ну, вот так вот мое тело расслабляется, и мне надо было еще немножко там полежать так нормально, минут 10-15, чтобы подняться потом. И я помню еще такой случай, это где-то 2009 год. Мы с мужем работали в разные смены. Ну, как-то один раз наши смены пересеклись. Получается, он после ночной пришел, я пришла после ночной смены. Мы легли спать. Вернее, я вернулась, он уже спал. И я закрыла дверь. Я помню, нормально закрыла дверь. Все, спим, уже день. И нам соседи звонят в дверь. И очень как бы вежливо говорят: вот вы тут спите, а у вас дверь открыта. Она была приоткрыта. Получается, как будто забыла закрыть дверь. Я подумала тогда, ну мало ли что, может быть, не захлопнула так хорошенько, не прижала дверь, что дверь осталась как бы приоткрытой. Подумала, что защелкнула, на замок закрыла, но не закрылась вот так вот. Теперь я понимаю, что это, скорее всего, вот это была вот эта ситуация с радиосном, потому что все и так, кто находится под ПСИ-террором, понимают, что двери наши открываются. У них есть отмычки, ключи, не знаю, они делают. У них все это есть. И когда мы выходим из квартиры, и понятное дело, что нашу квартиру, особенно если на длительное время уходим, уезжаем, то там лазит у нас, короче. Вот. Вот это вот радиосон. И потом я уже поняла, что читать стала штука ПСИ-террор. Тоже наткнулась на какие-то статьи про вот это состояние и поняла. Ну и что они еще во время радиосна влазят в ваше сознание, какие-то вам там сны свои крутят. Кстати, очень много снов у меня было, что с кем я дерусь. Постоянно с кем-то дерусь, воюю. Во сне постоянно просят меня кого-то задушить. Особенно вот недавно сон, никогда не запомню, не забуду, что... Меня просили задушить все операторы, которые меня истязают во сне. И я начинаю его душить, это женщина даже была, ее душить, но в последний момент всегда отпускаю. Так 3 раза, ну, типа в таком со злом состоянии, что она мне так все делала, всю жизнь портила. Но в итоге я во сне даже не смогла придушить этого человека. Ну, наверное, они так хотели, чтобы я во сне хотя бы как-то им повиновалась и задушила. Я понимаю, что звучит очень странно и это все как-то бредово, но я этого не стесняюсь, не боюсь вообще абсолютно. Сейчас отойду. И
вот в радиосне, когда вы спите, получается, что вы как бы и не спите. Это получается полудрем, полубодрствование, что-то такое вот состояние такое вот. И когда я начинаю понимать, что мое тело сковывается, просто усилием воли я поднимаюсь. Естественно, это когда я понимаю, что мне начинают ужасные сны транслировать, я не знаю, как это правильно объяснить, чтобы во сне ты там испугался, почувствовал всякие ужасные свои все эмоции. А я тогда пробуждаюсь, потому что зачем мне это надо? Ну, выдергиваю. В принципе, это не такое состояние прям сильное, что можно его бояться. Просто встать и пойти. Это очень легко. Если вы понимаете, что все нормально, ну, что-то родится, ну, можно немножко полежать. Просто пробудить надо свой мозг. Очень сильно напрячься и разбудить его. Тогда тело, конечно, будет таким, как бы голова немного болеть. Так бы тело такое, как ватнее, я не знаю, ну неподъемное, как будто бы оно тяжелое очень сильно. И, но если его распознавать, то будешь понимать, что это вам навязывает это состояние. И когда вот это чувство осознанности придет, что это навязчивое состояние, вы его не принимаете, никогда не принимаете. Встал и все. Вернуться в свое состояние. Вот тогда класс, оно быстро все проходит. Ничего. И бесследно, кстати. Вот. А еще что им прямо нужно, чтобы наше тело лежало прямо. Потому что, мне кажется, они как-то на вашу цифровую копию навешивают какие-то там как эти якоря, да, вот как, или ну как сковывает, как будто как привязывает. В прямом состоянии намного легче. Поэтому, когда человек лежит, спит на боку, полулежа, это более тяжело погрузить человека в радиосон. Вот это я заметила по своим ощущениям. Больше, честно, не могу сказать. Я могу только одно сказать. Нужна очень сильная сила воли. Усилием воли можно сделать и горы. Мне кажется, только вот так вот. Начинать осознавать, понимать, где ваше состояние, где не ваше, и все. Отсеивать то, что ваше, и принимать его, и отсеивать чужое.